Уважаемые друзья, дорогие соотечественники, 12 июня мы отмечаем День России, один из самых молодых государственных праздников, являющийся символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей великой Родины. Мы испытываем гордость за историю нашей страны, восхищаемся ее культурой, дорожим грандиозными достижениями наших соотечественников, ценим уникальное природное богатство и преклоняемся перед красотой огромных просторов нашей Родины. Нам, безусловно, под силу решить все стоящие перед нашей страной амбициозные задачи. Но сделать это мы можем только сообща, при условии, если каждый человек осознает важность своего личного вклада ради общего блага и сделает для этого все возможное в целях развития и процветания нашей дорогой России. С праздником! С Днем России!